Здравствуйте, дорогие любимые. Небольшой стих из Бхагавад-гиты 10.8. Я Кришна, я чарующая, безусловная красота. Я являю себя в трех началах, как всеобъемлющий Бог, всепроникающий Бог и Бог Личность. Я тот, кто обладает всеми силами и могуществом, перед кем преклоняются все существа. Я Нараяна, Господь несотворенного мира. С меня начинаются всякое движение и идея во всех сферах бытия. Я создаю священные писания, в которых даю понятие о служении мне и объясняю, как это делать. Те, кому по сердцу идея служения Богу, могут открыть для себя тайну всех тайн. Любовь ко мне, безусловной красоте, которая не ведает рамок и ограничений. Осознав это, они приступают через понятие долга, мирского и религиозного, и входят в мир любовных отношений со мной. Разъяснение. Четыре стиха этой главы с 8 по 11 являются ключевыми в Бхагавад-гите. В них сокрыта суть беседы между Арджуной и Кришной, душой и Богом.